них и забыла. Они просто лежат, я увидела, вот, но не было банки. Жалеть, я меньше 1500 на одну. Нет, вот это вот.
наснижают, и к нему подойдут и покинут. Ценники не маленькие. Под 8 рублей. Да, знаю. Конечно, будет такой. Ну, думала, что это я поставила, не чат. Я не знаю. Я билет хоть дам. Говорит это. Валя, смотри, да. Не так же. Второй, второй. У меня, а ты ребенок.
А где их? Як сам, тут и нам. Ну, сейчас рулят тут. Ну, ты виноват, опять ты виноват. Ребенок маленький, 3 ага. Недели нам только, 3 недели, мы очень маленькие. Поехал в первые ворота сразу, не вторые. Ничего в ней не обрезайте, такой клюкрой. Бербена вообще. Такая бербена стоит. Хорошо. Смотрите, бербена. Твои коробки валяют. Где? Там стояла, но это давно было, неправда. Теперь она только впереди будет. Там не старайся. Чем ты? Я ем, а ты боишься? Да, десятый кабинет. Ну постой, вот сейчас я позвоню. Ишь, кубанская ягода. Хоть научились упаковку делать. Они пытаются ответочки, они скотчат. Как с огорода быть? Сейчас огурцы, помидоры.
Иди первый раз. Первый раз. Где твоя подруга? Где подруга? Что делать? А там Оксана, может, кофе попьем? Они смотрят.
Рекомендую соблюдать дистанцию в очередях.
полтора метра друг от друга. При посещении беженских рядов в обязательном порядке использовать средства защиты органов дыхания, маски. Оставаться дома и обращаться к врачу, если у вас Лена, надо чай? Ей было так больно, что она... Материнскому обществу беженские еды на постоянную работу требуются уборщики территории и павильонов, оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Она... Ну, размер ваш, Они ходят и ищут. Ну, ты знаешь, что они там собирали. Ну, они в основном у меня ошиблись. Они видите, что они не Ti ringrazio. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Ti ringrazio.